Я начала работать. Подойдите, пожалуйста, сюда поближе. Вот я вам сейчас объясню, что это мой график. Вы можете даже сесть и заглянуть в этот микроскоп. Значит, там вы увидите еле-еле двигающиеся сперматозоиды. Они немножко еще, то есть еще часа три назад. Не все двигаются. Не все. Вот. Часа три назад они двигались практически почти все. Сейчас прошло часа три. У них питание, так сказать, нарушено. Но если вы при помощи своих воздействий немножко увеличите их подвижность, это будет, в общем, совершенно не. А как вы заметите, что это подвижность? По левому своих микроскоп. Это воздействие на живую клетку. На самом деле, то, что я от вас чувствую жару. Мне вот это разогрелось. Да. Что, если вы тоже сможете? А у меня я чувствую здесь жару. У меня щека разогрелась просто-напросто. Увеличился, они теперь уже могут выплыть из поля зрения. Они уже что? Они уже подвигаются? То есть они уже начинают двигаться и выплывают из поля зрения? На должности старшего научного сотрудника, человека, не имеющего высшего образования. Это что же уникальность? В лаборатории изучались поля, которые генерируют руки Джоны. Инфракрасное излучение, СВЧ-излучение, низкочастотные колебания электрического потенциала. Было зарегистрировано сверхслабое оптическое свечение пальцев. Впоследствии фотография светящихся рук Джуны стала всемирно известной заставкой американского сериала «X-Files». Физики признали, Евгения Давидашвили обладает уникальными природными способностями, которые назвали «феномен Д». После физиков за Джуну взялись медики. Когда она сообщает им какую-то энергию, у них повышается подвижность. То есть она им сообщает какой-то заряд энергии. Естественно, вот это прямо удивительное дело. Но то, что то стекло, то это не было потрясено. Ежедневные эксперименты в разных московских институтах выматывали ее страшно. Иногда пугали. Бывало так, что за ней приезжала машина, и ее без объяснений увозили в очередную лабораторию. Заводили в какую-нибудь темную комнату и приказывали работать. Однажды велели раздеться до нога. Искали спрятанные на теле магниты. Джуна не возмущалась. Она шла на все, потому что понимала, так надо для науки. Одно ее тревожило. Как сделать так, чтобы хватало времени еще и на сына? Джуна нашла выход. Если была хотя бы малейшая возможность взять его с собой, она брала его. Такое воспитание принесло свои плоды. Вахо рано повзрослел и понимал жизнь гораздо лучше своих сверстников. Она без него никуда без шагу, а если так были вместе, когда она его ругала, мне больше всего запомнил, он просто стоял, улыбался. И на меня, если передо мной ругалась, она на меня вот так ругается, вот так головой машет и молчал в ответ. Летом 82-го Джуна отправила Вахтанга к родным в деревню. Когда сын вернулся, она обратила внимание, что Вахо ведет себя как-то странно, скованно, почти ничего не ест. Он был в деревне, и там видно, значит, двоюродный брат его посадил на мотоцикл, и он слетел с мотоцикла. Скорость была большая. И Вахо разбился. Но мне никто ничего не говорил. Ну, мы приехали. Ничего. Травма бедра явилась причиной скоротечной саркомы. Джуна начала лечить сына. И все это время Вахо говорил ей: «Мама, ты стольких детей вылечила. Неужели ты мне не поможешь?» День и ночь Джуна не отходила от сына. Через 2 месяца мальчик поправился. Врачи были потрясены. Эксперименты с Джуной продолжились с утроенной силой. Поздней осенью 1982 года Джуна приняла участие в серии экспериментов в Первом медицинском институте. Здесь перекрыли сосуды, артерии, крупные сосуды. И я баланс, вот, видите, баланс кислорода и углекислого газа взял. Это все врачи стояли, вот это все, а мне внутри там кипело все: «О, Господи, помоги, природа дорогая, дай силы мне, чтобы у меня был эксперимент». Сколько нервов! В этот день, как раз 15 минут всего я спала, знала, что завтра крысы будут. Представляете? Все врачи, которые проводили эксперименты с Джуной, сошлись в одном.
Феномен Д существует, но современная наука объяснить его природу не в состоянии. В 1987 году эксперименты с Джуной закончились. В ее жизни начался другой период – изобретений и открытий. У истоков нанотехнологии я стою. И капсула находится в фундаменте института, что я открыла физические поля биологического объекта. Огромная популярность Джуны в СССР в 80-х и 90-х годах дала неожиданный эффект. Люди поверили, если существует Джуна, значит, есть и другие люди, обладающие похожим даром. Кашпировский, Луанга, Чумак воспользовались дорогой, проторенной Джуной. Они лечили с экранов телевизоров, на стадионах, в концертных залах. А Джуни, новоявленные целители, отзывались с уважением. Не стремился понять природу своего дара. Джуна не только ученый, она еще и изобретатель. Биокорректор Джуна излучает такие же волны, как и ее руки. В марте 1992 года